дорогие зрители, друзья и ценители живой музыки. Мы рады видеть вас на нашем концерте «Музыкальный букет учителю». Это совместный проект двух замечательных оркестров. Образцового детского коллектива Российской Федерации, Оркестра народных инструментов Дворца детского творчества имени Фатии Иннокентьевны Авдеевой, руководитель, заслуженный работник образования Республики Саха-Якутия Белолюбская Людмила Спартаковна и Оркестра Национального театра танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Зверева Кылуала, дирижер, отличник культуры Республики Саха-Якутия Иванова Анюта Николаевна. Сегодня в рамках проведения значимых мероприятий к году педагога и наставника и к десятилетнему юбилею республиканского проекта «Музыка для всех» перед вами выступят маленькие артисты-инструменталисты, ученики общеобразовательных, музыкальных школ и детских садов со своими преподавателями.
Thank you.